Какие навыки нужны, чтобы построить великую компанию? Для этого нужно сначала уметь достигать целей. Второе – это уметь создавать команду, потому что команда – это и есть мультипликатор вашей эффективности. В-третьих, это умение видеть перспективу или будущее. Четвертое – умение решать проблемы, так как они будут возникать постоянно в процессе создания великой компании. И пятое – это упорство и постоянство.